какие-то определенные идеи, есть у других партий какие-то определенные идеи, так это все нужно консолидировать и, соответственно, выступать за эти идеи, для того, чтобы мы действительно жили лучше. Вот проблема же есть, мы же это понимаем прекрасно. Каждый из вас здесь сидящий понимает, что проблемы есть. Вот. Но решать их как-то друг друга, ну, грубо говоря, обзывая на выборах, ну, это неправильно. Мы должны каждой партии просто объединиться, неважно, какой процент мы наберем. Там Родина наберет там 10%, грубо, там Единая Россия что-то наберет, еще что-то там и так далее. Мы должны просто быть вместе. И для этого мы должны решать наши проблемы. Я сегодня разговаривал с некими людьми, которые действительно занимают высокую должность в правительстве, и они полностью поддержали меня, потому что это правильно. Чего ругаться-то? Вот перед нами сидят люди. Ну хорошо, вот вы одно думаете, я другое, он третье. И вот что мы решим, если мы постоянно ругаемся? Мы же ничего не решим. Правильно? Поэтому мы должны вместе объединиться и, соответственно, решать наши вопросы. Это наша страна, мы здесь живем. Ни я, ни вы, ни кто завтра никуда отсюда не уедет. Мы будем жить здесь. А от того, что мы поругаемся, мы что решим? Мы ничего не решим. И моя позиция именно такая. То, что нужно объединяться и делать то, что мы хотим вместе. Мы каждый гражданин Российской Федерации. И это наша страна. Здесь жить нашим детям, нашим женам. Я еще раз повторяюсь, то, что ругаться нет смысла никакого. Как там некоторые партии действительно начинают какие-то скандалы, забегать там на какие-то участки избирательные, что-то там пытаться вырушить. Ну, нам это не нужно. Мы в 2017 году это проходили.